К добрым делам присоединяется все больше предприятий городского округа. Очередной благотворительный рейс с гуманитарной помощью пополнил запасы распределительного пункта Люберецкой областной больницы. Это очень хорошо. С благодарностью все медицинские работники, думаю, выражают свою признательность всем, кто принял участие в оказании помощи. Бизнес-сообщество не сбавляет обороты, поддерживает медиков округа. Очередную партию гуманитарной помощи поставили в распределительный пункт Люберецкой областной больницы. Отсюда, по запросу, лекарства и средства защиты развозят по подразделениям. Спонсор этого рейса – люберецкое предприятие, подарившее врачам 2000 защитных комбинезонов и бахил. Это средства индивидуальной защиты, которые позволят защитить наших медиков, которые столкнулись с этой непростой ситуацией сейчас. Вот. И промышленники откликнулись, потому что важно время. Важно время, нужно быстро это решить, были эти вопросы. Как обычно, кто-то дает хороший пример, и другие люди отзываются. Да, так и здесь. Сначала это было пару компаний, потом все больше и больше. Сейчас помогают медикам более 30 люберецких предприятий. Благотворительные рейсы носят регулярный характер, и Люберецкая областная больница обеспечена средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,